Привет, дорогие друзья! С вами Антон, Xiaomi Insider. Я передаю новость на этом ноутбуке. Яблочному рову Антона номер 2. Держи, дурачок. Карантинный привет тебе, Xiaomi. В Redmi Note 9S. А я поздороваюсь с друзьями. Привет, ребята! Сегодня мы посмотрим очень прикольную новость. Спасибо за ноутбук, Антон номер 1. Друзья, сегодня мы посмотрим видео от инсайдера Xiaomi-шка. Это видео с распаковкой и первым взглядом на настоящий Redmi Band, настоящий браслет от компании Redmi. Мы видели только фотографии, видели пресс-рендеры, еще какие-то вещи такие все рекламные. Сегодня мы посмотрим на настоящий Redmi Band. Давайте начнем. Смотрите, начало этого видео. Redmi Band первое поколение. Действительно, данный браслет – это первый опыт изготовления браслетов у компании Redmi, дочерней компании Xiaomi. Вот мы видим дизайн данного браслета. Он чем-то похож на браслеты от Huawei, но, как мне кажется, они ориентировались на дизайн старых браслетов от компании Amazfit. Это также дочерняя компания или компания, которая входит вот в наш конгломерат Xiaomi. Смотрите, браслет у нас имеет разъем USB-A, который вставляется в зарядку. И этот разъем спрятан в ремешке на руку, и это очень удобно. Нам не надо брать контактную площадку, не надо брать зарядку отдельную. То есть, имея просто зарядный блочок, можем снять ремешок, воткнуть и зарядить. Это очень удобно. Давайте дальше. Коробка очень сильно напоминает коробку современных и актуальных девайсов от компании Redmi и Xiaomi. Картонные коробки – это не то, что мы хотим видеть. На витринах должны быть яркие, броские коробки, которые себя продают. Картонная коробка себя не продаст. Он показывает особенности браслета, открывает его. Да, также данный браслет будет доступен в 4 цветах. Это белый, черный, голубой и оливковый. Оливковый цвет, кстати, полюбился всем моим знакомым девушкам. Достаточно привлекательный цвет. Вот у нас макулатура в коробке и сам браслет. Раньше в Xiaomi у нас было все то же самое, плюс еще зарядный блочок, но здесь он не нужен совершенно. Единственный момент, который смутил меня сейчас, об этом я не подумал. Китайцы, имеющие среднюю руку, это русские с детской рукой. То есть у китайцев обычно рост и комплекция немножко ниже, чем у русских людей и европейцев в частности. Так что, что будет со сменными ремешками, которых здесь нет? Диагональ дисплея в данном устройстве составит 1.08 дюйма. Это цветной LCD-дисплей с единственной чувствительной к нажатию кнопкой. У данного браслета будет более 70 официальных watchface-ов, то есть более 70 официальных дизайнов часов и главного экрана. Это очень хорошо, но, в принципе, сейчас этим уже никого и не удивить. Браслет будет поддерживать 5 разновидностей силовых тренировок и нагрузок. Также он поддерживает измерение пульса в течение 24 часов. У нас есть анализ качества сна, уведомления и возможность просматривать сообщения на браслете. Оффлайн оплата Alipay, но для России это не очень актуально. Для меня актуально, когда я вернусь в Китай, я смогу, допустим, использовать его и платить только часами. Сканирование посредством сканирования QR-кода на самом браслете. И, соответственно, прогноз погоды. Все это мы видели сейчас на видео. Наш Redmi Band может работать на одном заряде до 14 дней, а заряжается всего за 2 часа. Это, несомненно, плюс. Такое вот короткое видео. Спасибо инсайдеру Xiaomi-шка. Спасибо моим китайским друзьям, которые помогают мне находить подобные новости. И спасибо вам, дорогие друзья, и спасибо вот этому придурку, который дал мне эту информацию. С вами был Антон, пока.